Друзья, это не моднейшая подсветка салона. Это Лёша Бивис прислал мне такие розовые пинг диоды. Даже днем. Выглядит, на мой взгляд, очень интересно, потому что все подсвечивается розовеньким. Намного это эффективнее, конечно, чем ультрафиолетовые, которые были до этого. Ультрафиолет, конечно, совсем мало света давал, и, в принципе, сложно было их использовать как источник какого-то освещения, да, мне приходилось фонариком светить на телефоне. Прям ночь, друзья, этот создать не могу. У нас пятерочка на штатную тонировку, вот. А так, в принципе, со шторками на передних стеклах, ну, явно видно, что много розового света. У меня живот так торчит, ничего себе. Вот, короче, все очень розовое. Прикольно, по-моему. Ну-ка. Блин, кайфово. По-моему, все розовенькое. Друзья, ну, освещение 100% появляется при включении этих ламп. Все отлично, то есть мы имеем крутанский цвет, да, он очень веселый, очень необычный, как обеззараживающие какие-то лампы. Да, но при этом он светит, вот, видите, все освещено. Друзья, я доехал, темненько на улице, сейчас буду первый раз глушить тачку и включится мое мега освещение. Погнали! Сейчас выйду на улицу, там стопудово будет ветер, вот, но я все равно отойду от тачки и покажу вам, как это выглядит снаружи. Темновато что-то.